В целом, я считаю, что пенсионная реформа, она зрела, и она необходима. То есть на 100% я с вами в этой части согласен. Вопрос? Да, бесспорно. Не перебивайте. Значит, вот, чтобы был понятен мой тезис, сейчас сравню правительство с врачом. Вот приходит врач в Думу и говорит, вот рецепт, будем лечить пенсионную систему. И лечить будем таким способом. Значит, ну, конечно, депутаты могут этот рецепт взять, за него проголосовать и ну, начать лечить все общество. Но есть еще вариант у депутатов спросить, а, собственно говоря, диагноз поставлен, значит, проверить, правильный диагноз, неправильный диагноз, попросить анализы, то есть что там делать, кровь брала из врача, МРТ может быть там, ну, какие-то еще исследования делать. Вот, и, значит, если этого не делалось, то, соответственно, сделать самим, не доверяя вот так вот досконально. И если после того, как вы уже самостоятельно провели все анализы, не доверяя вот тем данным, которые вы прочитали в записи правительства, установили, что да, больная пенсионная система надо лечить, то способ лечения есть тоже разный. Да, то можно таблет какой-нибудь дать, чтобы выпил, можно укол написать, можно физиопроцедуру какие-то назначить. И, наверное, самым последним способом можно уже делать хирургическое какое-то вмешательство, потому что после хирургии не факт, что орган уцелеет и что там пациент останется жив. Я это не писал, я не могу начать. Я это не писал. Вот, соответственно, это первый тезис по поводу диагностики и лечения. И второй тезис, к врачу, который приходит, должно быть доверие. Вот на примере налогового маневра к его топливу вы видели, что были повышены акциз на топливо, и это отразилось на конечный снег бензин. И теперь Госдума должна срочно принимать эти законопроекты, чтобы цены откатить обратно. Соответственно, такому врачу, который там месяц назад сделал ошибку, доверие уже меньше. И для кому, чтобы проверять на учебнике. А теперь этот тезис прозвучал полностью. Теперь две просьбы. Первая просьба. Вот все услышанные замечания, рекомендации, предложения, просьба, это большая просьба. Обсуждает на рабочих группах, комитетах, фракциях, площадке парламента. Вторая просьба, ну маленькая просьба, это не спешить на коробку.